Электрические инфракрасные обогреватели, представленные на стенде Балю, отличаются высоким разнообразием как сценариев применения, так и форм-фактора и типа нагревательного элемента, что, собственно, обусловливает их высокую и очень быстро растущую популярность на российском рынке. У нас представлены все сегменты инфракрасных обогревателей. Это панельные обогреватели серии APL, наиболее объемообразующая серия, самый массовый инфракрасный обогреватель в России. Флагманская серия AP4, отличающаяся повышенной пылевлагозащитой уровня степени IP54, поворотными кронштейнами для размещения как на потолок, так и на стену под различным углом, а также выпускающиеся в трех исполнениях. Это исполнение в традиционном серебристом корпусе для применения в коммерческих помещениях преимущественно. Исполнение в белом цвете для применения в жилых помещениях и в помещениях с белыми потолками. Там они смотрятся наиболее гармонично. А также более премиальное исполнение с черными анодированными панелями для темных интерьеров, ресторанов, сегмента хорика и помещений с повышенными требованиями к интерьеру. Новинка этого сезона в серии нашей флагманской, как я уже говорил, AP4, это 3-киловаттная версия, 3-киловаттная модель трехфазного питания AP4 3.0. Это единственная на рынке модель в пылевлагозащищенном исполнении, 3-киловаттная и 3-фазная модель. Мало того, она еще и является самой компактной среди 3-киловаттных панельников в целом. Трапециевидный корпус, максимально тонкий при размещении визуально, и очень короткие компактные габариты самого прибора. Вторая новинка – это мы переходим к сегменту ламповых инфракрасных обогревателей, которые у нас также представлены в полном объеме на стенде. Это новинка – мобильный кварцевый или мобильный, как мы говорим, ламповый инфракрасный обогреватель серии LM. Прибор крайне понятен и удобен в использовании. Это, по сути, перемещаемый напольный, настольный обогреватель. Очень легко переносить с места на место, поворачивать для того, чтобы обогревать конкретную рабочую зону, размораживать как конкретный механизм, направить на нужную точку нагрева, включить, моментально получить обогрев, произвести какую-то работу и выключить, без необходимости прогрева всего воздуха в помещении. Можно использовать на открытом воздухе, на открытых площадках. Поставили, включили, получаем нагрев, сфокусированный, направленный инфракрасный обогрев. Что еще более приятно, так это то, что благодаря тому, что это электрический инфракрасный обогреватель, его энергоэффективность в 2 раза выше, чем у электрической пушки. Отсутствует носитель, теплоноситель промежуточный, в данном случае там воздух, например, он не греет воздух, греет напрямую предметы людей, находящиеся непосредственно перед ним. Ощутимая тепловая мощность в 2 раза выше, чем у электрических пушек. Таким образом, прибор направлен еще и на сегмент пушек, гораздо больший, гораздо более емкий в плане количества приборов. Так что эта новинка также не имеет аналога на российском рынке, тем более в своей такой начальной ценовой категории. Из оставшихся приборов можем отметить еще имеющиеся у нас серии встраиваемых в потолки, в подвесные потолки типа Armstrong в ячейке, приборы серии S2. Это дополнительный офисный обогрев при размещении в шахматном порядке на потолке. Обеспечивают приборы дополнительный обогрев в офисах, где недостаточное либо слабое отопление помещений. Серия присутствует 2 модели, 300 Вт и 600 Вт, более мощные. В конце хотелось бы отметить еще также серию обогревателей с открытым теном, серии Т. Данные обогреватели являются интенсивными, направленными и используются при обогреве как открытых веранд, площадок, так и действительно серьезных крупных складских производственных помещений. Размещение мощных трехфазных моделей, 3, 4,5, 6-киловаттных моделей, возможно, на высоте до 20 метров. Эффективность сохраняют приборы даже на морозе и ветру, что обуславливает их, опять же, вот такую универсальность и применимость сразу и в и для обогрева на открытых площадках, каких-то ресторанов, веранд и так далее. И, с другой стороны, обогрев рабочих зон в крупных высоких помещениях со слабой теплоизоляцией, например, склады и производственные помещения.
Не забываем и про наши аксессуары, крайне популярная серия, термостаты нашей серии BMT, BMT-1 и BMT-2, отличающиеся немного разным диапазоном температуры и выключателем. Позволяют при подключении к обогревателям, будь то открытый ТЭН, панельные обогреватели, либо обогреватели, встраиваемые в потолки Armstrong, данные термостаты позволяют существенно управлять, во-первых, температурой в помещении или в зоне конкретного помещения, но и также значительно экономить электроэнергию.